два, три. И вот здесь нужно партнера повернуть и положить вокруг себя. Раз. И перескользнуть сразу на плевую. Вывести ручку, зафиксировать локоточком, забрать оружие. Вот в классике недодрю заканчивается здесь, либо ударом ножом, либо в джугарю есть продолжение. Раз. Два. Три. Четыре. Вот джугарю заканчивается вот здесь. Недодрю более гуманно. Значит, теперь с этой стороны, пожалуйста, смотрите внимательно. Стойки будет то же самое, просто амплитуда будет больше. Значит, я должен развернуться, пропустить движение Владислава с ударом на ваши ски, переходящий между рук. И я должен вывести руку Владислава в противоположную сторону. Поставить ногу в бедро и по туге развернуть партнера вниз. Стоп! Обязательно удар коленом по плавающим ребрам. Во время прохода удар скользящий по голове. И я должен заступить за его руку. Вот здесь уже болевой. А дальше я на этом болевом разворачиваюсь. Могу здесь забрать нож. Могу сделать вот болевой, видите, одной ногой. Даже без второй. Перехожу в камни дачи. На локоть, да? То есть отдыхи шеи. В классике берется вторая. Почему? Потому что если я вот сюда уйду, то в том же недодрю, я тут же получу удар на руку в голове. Если мне нужно дальше развернуть, я разворачиваю партнера через колено вниз и фиксирую его вот здесь. Классически. Могу лицом к лицу, могу лицом к ногам. Дальше завязываю одну ножку, вторую, перехожу сюда, ну и дальше до бесконечности. Наш любимый завязочек. Обязательно. Раз, два, три. Мне нужно завязать джуджуйки. А ты очень-очень медленно. Раз, два, три. И работайте бедрами, ребята. И вот здесь, видите, ладошка на ладошку. И вот когда я подхожу к локтю, тогда я могу бросаться. Как? На локоть, да. А теперь нужно с ножом. То есть вы должны пройти удар. Раз, два, и вот здесь уже есть, вот здесь уже должен быть болевой. Ставьте не под плечом, а ближе к локтю. Потому что если партнер высокий, сильный, значит дальше в броске участвует еще колено, подставленная нога и ваш корпус. Ну только не очень сильно ломает. Увлекайте. Хорошо? Поэтому называется мука юй, поменять направление движения. Давайте попробуем. Эйч, ни, са, положили аккуратненько. Раз. Удар. Выход. Вот здесь очень внимательно. Не совсем удобный переход через голову, но должен быть болевой. Забрали, зафиксировали. Видите, голова поднялась. Потому что на болевом поднимается голова. Удар. А дальше вы можете уже завязывать. Красивый, нежно, через голеностоп. Оп. Зафиксировали ножки, зафиксировали голову. Стянули и нанесли удар. Если вы хотите дальше, это называется маленький сидячий будда, там опуск. А потом берется пояс, делается две петли скользящие. Одна на большой палец или голень нижней ноги в перекрестии, вторая на затылок. И потом завязывается через две колечки, здесь красивый бантик, подбородочек. Очень хорошо. А потом сажают в маленький ящик. И между двух лошадей везут сёгун в подарок. Спасибо. Раз, два, три. Бросок. Я не перехожу, то есть я наношу удар, и руку здесь же разворачиваю. Оп, сразу. Видите?